Включайте Друзья, мы рады приветствовать на воскресном матче игрового 7-го тура воскресного игрового дня. Бронзовый дивизион. Встречается команда Sales Hub и команда Belux Hitters. Команда Дмитрия Ефросинина, друзья, и команда Дмитрия Бондаря. Два президента, два капитана. И, друзья, на первой секунде, в первой же атаке выходит команда Sales Hub вперед. Друзья, секунде матча. Sales Hub впереди. Это Шепих Александр. Не успел я даже объявить стартовые составы команд. Команды сбора сегодняшнего. Как уже 1-0 впереди. Sales Hub, друзья. В первой минуте матча уже 2-0. 15-й номер, друзья. Кривич Александр. Можно. Седьмой номер. Берсан Евгений. Друзья, только я хочу ознакомить стартовые составы команд, как кто-то из команды Sales Hub отмечается забитым голом. На четвертой минуте Асташевский Олег. Дело счет 3-0 в пользу команды Sales Hub. Друзья, ничего подходит. Плотинский Александр пробивал, а их... Второй номер Каменев Юрий. Четвертый номер Лещинский Владимир. Одиннадцатый Нуреев Гачмамед. Тринадцатый Плотинский Александр. Восьмой Пиваковский Станислав. И седьмой Ступак Артем. Друзья, угловой за Сиви, но если мне не ошибаюсь память, есть игра в запасе для команды Кимо Пауэр. И есть личная встреча. Сейчас великолепный удар от четвертого номера, и уже была ли рука, и... Не показывает, все-таки, возможно, неумышленно сыграл, но все-таки дал явный возможность. Друзья, и Илюша Александр-младший сегодня демонстрирует великолепную игру. Уже два сейфа у этого молодого дарования. Возможно, каким-то другим причинам. Разведал партнер. По команде Берёзки Олег. Три Бондарь, ну что? На первом месте Берсан, который сейчас сам на спине. И... Нужно разыграть, и попадает сейчас в Илюшу, и... Как по мне поймал Курасик этот вратарь. И, друзья, какой гол забивает Плотинский Александр за шиворот Святослава Рабчаку. Святослав улыбается сейчас. Возобновляется матч. Хоть другая, четвертая команда. Sales Hub. Не знаю, какая первая, какая старта, какая вторая, как по мне. Сейчас субойная по... Илюша пробивает сейчас пятый номер. Молодость, энергийный игрок. Дальний удар будет, видно, что готовится уже рикошет, и здесь Илюша младший великолепно. Точно, отбрасывал на Лещинского Владимира. Хороший удар от 11 номера. Вот. Какой сейф от Илюши младшего. Прошу прощения, Sales Hub. Спитковский Станислав. Это на Илюшу младшего. Илюша младший выбивает, ошибается. Друзья, и пустые ворота. Практически еще никакой нелепый гол, как по мне, пропустила игроки команды Belux Hitters. Друзья, еще на своем была сменка, но... Играет Ильич,
лучше, чем команда Сурков, пока так же. Да, великолепно. Защите и все-таки Владинский Александр. Друзья, оформляет дубль. Один из самых активных игроков команды Белюкс Хитерс. Александр Плотницкий. Счет сокращается 4-2. Кляров Дмитрий не переиграл. Друзья, звучит финальный свисток. Матч между командой Белюкс Хитерс и Сейлс Хаб закончится со счетом 4-2 в пользу команды Белюкс Хитерс.